Всем привет! Это обзор клипа Markle Feat Oxymiron Fata Morgana. По названию клипа это, ну, как бы не написано русскими словами, значит, здесь зарубежное название, английское название. Я посмотрел этот клип и скажу, что мне клип не то что понравился, я был в восторге, но я скажу в конце видео, почему я в восторге от этого клипа. Я когда начал этот клип смотреть, то первое, что бросалось мне в глаза, это черепаха, полицейская машина, Маркл. Я так и не понял, о чем пел Маркл, но в этом клипе, то есть в этой песне, или просто рэп, не было глубокого смысла. Ах, забыл, если вообще в самом начале смотреть клип, то, естественно, этот клип не разрешается, кому еще не исполнилось 18 лет, то есть будет расчленение, и этот клип, в общем, не врал об этой теме. Что можно еще сказать про этот клип? Про этот клип можно сказать, есть моменты, которые мне не нравятся. Скажу, что этот клип не всем понравится, потому что это не 6 минут назад, это не город под подошвой, это нет той атмосферы, то, что было в альбоме, например, Горгород. Здесь просто простой клип, либо он понравится, либо он не наберет никакие просмотры. То есть это проект несколько людей, то есть это Оксимирон, Маркл и еще некоторые абстрактные люди. Если внимательно смотреть сам этот клип, то можно про многие вещи говорить, про многие детали. Как там еще было правильно сказать сейчас, подождите, одно слово подходило. Я бы этот клип назвал бы простой, но по своей сути оригинальный. Я знаю, что несчастье в бабках. Мне не нравится то, что в этом клипе очень мало Оксимирона, то есть его показывают в определенном моменте, то есть его как бы там все вытаскивают, все это так неприятно смотрится, и ты понимаешь, да, мне кажется, это может быть не так круто, это какой-то уже фильм мясника какого-то, но с другой стороны здесь нету опять же этой кочевности, это просто ты слушаешь, ну, нету глубокого смысла, просто проект, совместный проект некоторых людей. Видновый горизонт, и хватит вполне. Без мира твоих ног, но временно. Завтра все вернет назад. Итак, все-таки почему я в восторге от этого клипа? Я скажу вам просто в конце этого клипа проходит такой, типа, своего рода киберпанк, и там красные такие глаза. Я такой посмотрю, думаю, да, это круто. И я такой думаю, да, я в восторге от этого клипа. Поэтому мне клип понравился, я ставлю этому клипу 10 из 10. Правда, деньги, пусть так, но только мало мне унести на костях. Весь мир у твоих ног, но временно, завтра все вернет. В общем, вы смотрели обзор клипа Маркл Фит Оксимирон Фата Моргана 2017 год. Сегодня алкоголь мой условный метод. На все закрыв глаза, выпить до конца. Если жизнь порой словно злобный препод, я все прогуляю и опять я вижу, как тает.